Мой дружок-пирожок, если тебе нужны бабки, опыт или все сразу, то заходи в мою группу по прокачке. Сделаем все быстро, качественно и недорого. Прокачка доступна на все платформы, как на ПК, так и на все консоли. Переходи прямо сейчас и заказывай самую надежную прокачку. Ссылочка на группу в описании. Переходи и заказывай. Всем привет, мои дружочки-пирожочки. Последняя половинчатая бонусная неделя в GTA Online перед выходом летнего обновления. Эта бонуска продлится до вторника. В обед по Москве уже выкатит обновление. Я сейчас не советую делать спонтанных и незапланированных покупок. Но все же мы рассмотрим, что на этой недельке можно прикупить по скидке и где можно вытащить хоть какие-то бонусы. И начнем мы как обычно со скидок. На красном сайте со скидкой 40% можно прикупить Вирту. Не советую этого делать, ибо можно пройти последнюю дозу и получить этот аппарат бесплатно в эксклюзивной раскраске и с уникальным номером. Анис 300 R также отдают со скидкой 40%. Еще одна бричка, на которую бы я не советовал тратить последние бабки. Корситу тоже отдают со скидкой 40%. Rockstar надеется, что сейчас GOI сольют все свои бабки на брички со скидкой, а после побегут покупать карточки Shark в новом обновлении. Поэтому пропускаем и эту бричку. Игнус без оружия. Вот тут бы я задумался. Аппарат реально годный, чтобы быстро прыгнуть куда-то на нем. 40% скидка. Но если денег немного, я бы задумался, покупать или нет. Эмирус туда же со скидкой 40%. Бричка симпатичная, цена вкусная. Но мы холдим для новой обновы. Тайпан тоже со скидкой 40%. И нет, там зачеркнуто не лям 80 тысяч, а лям 980 тысяч. Покупать бы ее не стал даже со скидкой 80%. X80 Proto со скидкой 40%. Тоже в пролете. Время этого суперкары прошло. Ничем он вас не удивит. Tailgater S тоже со скидкой 40%. Вага Дрочеры ее уже давно купили, но если прям встал на этот седанчик, можете взять. Цена приятная. На желтом сайте нам пытаются втюхать американский Жигуль с ценником в лям с мелочью. Да, скидка 40%. Но от покупки я бы отказался. Мы же все готовимся взять старый маслкар с мигалками за несколько миллионов. Тампа с оружием также со скидкой 40%. Продается на Варстоке. И чтобы ее затюнинговать, нам нужен и ПКП с мастерской, и разблокированные разработки в бункере, чтобы поставить туда двойные миниганы с поворотной башней. В стоке бричка почти бесполезна. Из недвижки у нас скидка 30% на утильцах. Вот тут бы я задумался прикупить, если нету, рекомендую взять в Страбере, лучшее расположение, и не самый дорогой утиль-цех тут. Такая же скидка и на улучшение этого утиль-цеха, рекомендую взять тут оптовые цены. Если бричка ваша взорвалась, через страховку ее можно будет восстановить в два раза дешевле, ну и эвакуатор прикупите, лучше взять ржавый. Чтобы сэкономить, едут эвакуаторы одинаково. По скидкам все, теперь по бонусам. В два раза больше денег вы будете получать на этой половинчатой неделе с дохода от утиль-цеха, то есть бабки в сейф будут приходить в двойном объеме, чтобы они туда вообще приходили. Регулярно выполняйте миссии на эвакуаторе, тут как с ночным клубом. Чем больше времени прошло после последней эвакуации, тем меньше приходит денег раз в игровые сутки. Тут же в утиль-цеху можно запустить угон. И даже одну бричку можно забрать в гараж. Я настоятельно рекомендую пройти угон с Итали GTO, так как это один из лучших спорткаров в GTA Online. Угоняем его у бандитов, то есть через полицейский участок. Sentinel Classic угоняем у Даганов через арену. Аурус угоняем с сухогруза. Если вы только купили утиль-цех, то купить за одну неделю его вряд ли получится, даже если продать все три брички. Но тем не менее, если цеха нет, его надо купить. К другим бонусам, в три раза больше денег и опыта можно поиметь с некоторых новых дел сообщества, ну это на любителя. Также тройные выплаты сейчас действуют на драг-гонки, а также на дрифт-гонки. В летнем обновлении ждем изменения этих гонок с добавлением нового транспорта. И как раз еженедельная задача заключается в том, чтобы победить в двух гонках, дрифт или драг,
За это вы получите 100 тысяч баксов и 10 тысяч опыта. Для тех, кто катает на новых консольках, фотографии дикой природы также принесут вам в два раза больше денег и опыта. В оружейном фургоне «Мрак» можно забрать ки с 50% скидкой, если у вас подписка GTA Plus, и 50% скидка на винтажный пистолет. В остальном мусорный арсенал, Рокки могли бы и рельсотрон с инопланетными пушками сюда засунуть, чтобы уж точно почистую опустошить наши карманы. В лухури витрине все те же брички, но это в последний раз. Прикупить можно туризм Амаджо, ну или для дрифта взять FIAR-36. У лысого обморока эксклюзив. Ничего из этого на сайте купить нельзя. Тут же можно взять Тайрус Супер Даймонд. Думаю, некоторые ждали этого момента. Rapid GT прям для лютых коллекционеров дилюбаши. Ржавый байк. Атмосферно смотрится, кстати. Ну или ржавый пикап, как у Тревора. В автоклубе на подиуме Комета S2 кабриолет. И Рокки додумались же сделать условий для получения брички. Нужно занять хотя бы пятую позицию. Тут без проблем. В гонках серии автоклубе 4 мать его дня подряд. То есть если завтра зайти и начать, в понедельник будет последняя гонка. А во вторник уже будет обновление и новая бонусная неделя. Сроки сжаты, но бричка годная. Покатать и прикупить прямо тут можно 3 этих брички. Тоже эксклюзив, и на сайтах купить уже нельзя. Но я бы не стал спешить с покупкой, ведь как-то до этого вы жили без этих бричек. А в казике у нас вивал в хипозной раскраске. Не волнуйтесь, спит и гонорея вы не получите. Если заберете его с подиума в казино, бричка симпатичная, но бесполезная. Ее также можно бесплатно получить, если выполнить некоторые поручения солевого блондина на Кооперика, то пиццу привезти, то костюмы. Я уже давно это прошел, и бричку эту забыл. Кстати, крутанул я рулеточку, но получил только фишечки, которые, естественно, благополучно все слил. Заработать на этой неделе у вас вряд ли получится, поэтому по крайней мере не тратьте много. Но если потратиться хочется, а денег все равно мало, сейчас самое время заказать прокачку в моей группе, ссылочка в описании. Лучше это сделать сейчас, пока нет такого наплыва желающих, ибо я больше чем уверен, что прайс на новые брички будет дикий, и вряд ли мы сможем много нафармить на поимки преступников. На этом все, мои дружочки-пирожочки, всем приятных выходных и крепкого здоровья. Во вторник ждем что-то новенькое, обо всем расскажу и покажу, так что подписываемся и ждем. Всем ББ, всем ГГ.